Всем привет, это Mad Lucas Channel, смотрите седьмую серию прохождения игрушки Cosmic Express, и мы возвращаемся к нашей галактике Орион, к восьмому уровню. Так, здесь уже что-то уже понастроим, давайте это все сотрем. В общем, я нашел интересный способ прохождения уровня, это когда ты смотришь на свою видеозапись своих попыток, как это все можно решить, и как бы в процессе этого тебе приходит в голову правильное решение. Вот. Если честно, я его пока не пробовал, но вроде бы оно должно работать. В общем, в самом начале, что я пытался сделать? Я пытался взять вот этих вот трех фиолетовых и как-то распихать. В общем, общая идея какая? Давайте мы одного фиолетового сюда запустим, потом что-нибудь вот здесь вот похимичим, еще каких-нибудь возьмем двоих или троих, я не знаю, двоих возьмем, распихаем их сюда, по этим коробкам, то есть у нас до сюда едут, так, что нам до сюда едет-то? В общем, до сюда что-то доедет. После этого мы возвращаемся, добираем остальных, добираем еще фиолетового, и здесь вот располагаем, и вот так вот выезжаем. Так, давайте посмотрим вообще, что получится. Так, троих фиолетовых взяли, одного положили, круто. Теперь мы, ага, одного оранжевого добрали, так, ага, здесь мы всех троих оранжевых добрали, их расположили, и... Да, пока еще это не решение. Так, но уже очень близко. Так, то есть основная проблема у нас в чем? Так, мы берем троих, одного оставляем здесь, и после этого нам здесь нужно забрать... Так, предположим, нам здесь вот нужно забрать одного оранжевого, потому что больше мы не увезем. И после того, как мы этого одного оранжевого здесь доберем, нам нужно его закинуть вот в эту коробку и еще двух фиолетовых в эти две коробки расположить. То есть давайте попробуем забрать. После этого так, вот так вот забрать одного. После этого закинуть вот так вот две коробки и вернуться. Вот. И тогда у нас будет полностью пустой поезд, и мы всех троих остальных тоже доберем. После этого мы проедем здесь, сюда их распихаем, и, наконец, последнего в последнюю коробку вот так вот распихаем. Ух ты! Наверное, должно быть решение. Так, давайте посмотрим. Так, одного забрали. Так, это раскидали. И теперь... Так, блин. У нас остается один фиолетовый все равно. Так, хорошо. Так, что нам делать с этим одним фиолетовым? Так, так, так. Когда мы сюда проезжаем, у нас в запасе два фиолетовых и один оранжевый. Ну вот, опять не сходится. Что же опять не хватает-то? Так, опять я немножко дальше подумал. Опять не на камеру, в принципе, не так долго, минут 5. И все-таки, да, я нашел решение. Оно, по-моему, совершенно отличается от всего того, что я раньше делал. А, в общем, нужно взять двух оранжевых, одного фиолетового. Этот перекресток нам не нужен, мы его никак не используем. Одного фиолетового мы в эту коробку сплавляем, после этого забираем еще одного фиолетового, и после этого здесь делаем такой крюк. То есть вот эти два оранжевых и эти два фиолетовых по этим коробкам будут распиханы. После этого мы подбираем двух фиолетовых. Одного из фиолетовых сюда складываем, у нас в поезде остается только один фиолетовый, мы добираем двух оранжевых, и после этого делаем вот так вот, их остальных распихиваем по оставшимся коробкам. Так, ну в общем, да, Орион — это сложный пак уровней, то, что мне показалось, то, что я там не на запись, то, что я просматривал свою предыдущую запись, тоже оказалось не очень рабочим, но вот сейчас, наконец, уровень удалось решить.
удалось решить. И это, в принципе, неплохо, я думаю. Хорошо. Ладно, едем дальше. 8 уровень наконец решен. Сколько же времени на него потратил? 9 уровень. Так, о, здесь даже вот не надо пытаться различать, какого каждого, значит, цвета у нас. Угу. И проблема в том, что у нас только одно место посадочное. Нам нужно как-то их по одному расселять. Подходи по одному. Буду делать шаурму. Так. Так. Ну не знаю. Давайте я как-нибудь вот так вот я проеду. Потом заберу второго. Я как-нибудь так проеду. Потом заберу третьего. Потом я вернусь и... И все. И, по-моему, дальше я не могу обратно проехать. Так, можно предположить, что здесь нужно как-то вот это вот немножко, оп, вот так вот подобрать его. Потом подбираем вот этого, потом как-то проезжаем вот так вот, забираем последнего. Так, и, по-моему, последнего сюда приедет. То здесь что-то не хватает вот в этой конфигурации. Чего именно, непонятно. Давайте посмотрим. Одного я сюда запихнул. Потом я подбираю второго. Второго я запихиваю в эту коробку. Отлично. Потом отбираю третьего. Третьего запихиваю в эту коробку. Потом я делаю большой крюк. Подбираю четвертого. Так, и как бы понятно. Можно попробовать вот здесь вот срезать. Вот таким вот образом. Да. То есть пофиг, что здесь у нас развязки. И попытаться последнего... Так, запихать, но он туда не запихивается. Это некоторая проблема. Тогда можно попытаться эту развязку как бы пораньше устроить. Вот так вот. И тогда здесь я запихать смогу, потому что здесь у меня есть место, чтобы развернуться. Не знаю, давайте запустим, посмотрим, что получится. Один готов. Теперь второй. Тоже готов. Ага. То есть третьего я довезу, а с четвертым у нас опять проблема. В общем, какой-то тоже проблемный уровень. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Это я попытался что-то с наскоку сделать. Можно попытаться здесь как-то по-другому разрулить. Так, давайте попробуем. Возьмем одного, он у нас вот в эту коробку запрыгнет. Поедем дальше. Вернемся, заберем этого. Он у нас в какую-нибудь эту коробку запрыгнет. После этого что мы сделаем? Так. Так, после этого, если мы еще кого-нибудь заберем, заткнем его в эту коробку, и потом нам нужно будет попытаться еще одного заткнуть в эту коробку, мы отсюда не сможем выехать. Вот у нас какая проблема здесь возникает. Так, хорошо, если мы после того, как заткнули сюда в коробку, поедем все-таки назад. Назад. Заберем одного из них. Куда-нибудь его поселим. В какую коробку его поселить? Какую-нибудь вот эту коробку поселим. Нет, так это не должно работать. Нам нужно его... Так, куда же его поселить-то? Нет, только вот в эту коробку больше никак. Больше никак не работает. Ладно, попробуем. Вот так вот сделать. Тогда мы можем вот так вот проехать. Так, если мы так проедем, то у нас там все равно возникнет проблема. Хм. Так. Ой. Так. Здесь мы должны тут забрать кого-то. Так, и вот здесь вот мы должны кого-то дозабрать.
единственный способ здесь что-то как-то вот выстроить, это вот такой вот. То есть... Так, вот Монди даже вот так вот надо сделать. Если мы кого-то здесь заберем, да заберем, мы его в эту коробку, скажем, посадим. Потом, если мы поедем здесь, вот кого-то да заберем, нам нужно, наверное, вот так вот проехать, чтобы его тоже куда-то посадить. Так. И как бы отсюда потом еще выехать надо. Это тоже определенные проблемы накладывает. А если здесь вот так вот сделать, тогда мы вот так вот еще кого-то берем. Так, еще кого-то берем, и непонятно, что дальше. Так, а если мы по этой траектории с этой стороны поедем и кого-то берем, сюда запихиваем, потом кого-то берем, запихиваем в этот ящик. И потом отсюда выезжаем. Так, ну-ка давайте попробуем вот такую конфигурацию запустить, что она нам даст. Вот так интересно просто, к чему она может привести. Так, ага, мимо вот этого вот мы проедем. Без пассажира, я боюсь. Ага. Так, здесь можно, по идее, подсократить, урезать так, чтобы только одного забрать, вот этого. Здесь что-то рассадится, а здесь можно вот так вот срезать. Так, и по-моему, я прихожу к моему первоначальному решению, когда все равно ничего здесь не получилось. Да, здесь вот можно заехать за последним. А вот куда его приткнуть, вот как в эту коробку запихать, совершенно непонятно. Совершенно непонятно. Данный уровень заставляет напрячь мозги. В общем, я немного рассуждений своих приведу. Все-таки по центру должна быть именно такая конфигурация рельс. И должно выполняться следующее, что каждый раз, когда мы проезжаем по одной из этих четырех рельс, как бы мы по каждой из них один раз проезжаем, понятное дело, нам нужно обязательно на борту иметь хотя бы, ну не хотя бы, ровно одного обязательно, чтобы его положить в коробку. И как бы здесь проблемы в том, что расположить их по коробкам особо на самом деле не возникает. То есть нам нужно обязательно 4 раза вот мимо вот этих вот как бы посадочных мест проехать, и потом проехать вот здесь вот. То есть, например, можно вот так вот проехать, потом захватим вот это, вот так проедем, потом как-нибудь захватим еще одного, вот так проедем. И потом нам нужно добраться до еще одного, вот так вот проехать, например, вот так вот. То есть сейчас все 4 будут распределены. Единственная проблема — это то, что в самом конце нам нужен еще один перекресток, чтобы до выхода добраться. И поэтому здесь, возможно, как раз вот это самая сложная проблема. Хотя, не знаю, может, здесь на самом деле другое решение, но, по крайней мере, пока что вот такие вот мои рассуждения на текущий момент. Так, продолжим цепочку моих рассуждений. Первое, нужно, наверное, что понять, это кому из этих вот баклажанов первому нужно подкатывать, потому что перед тем, как проезжать по вот этим вот рельсам, нам нужно, чтобы хотя бы один из них был на борту. Вот давайте как-нибудь, если попробовать вот так вот подъехать, вот к самому верхнему, даже если у нас все получится все разместить, здесь вот нужен обязательно проход, чтобы выехать назад обратно. Во-первых, здесь проблема в том, чтобы выехать, ну, вообще непонятно, откуда нужно приехать, но это не самое главное. Вот здесь вот нужно будет в любом случае закольцевать именно таким образом. То есть, когда мы проедем по одной из этих 4 рельс, мы не сможем по дороге захватить еще одного баклажана. Поэтому этого первого явно не нужно брать. Теперь, если мы попробуем брать второго как-то вот
так вот, видимо, к нему нужно подъехать. Так, или не знаю, или снизу к нему нужно подъехать. В общем, пока совершенно непонятно как. Если мы к нему подъедем, то тогда первого непонятно как захватить, потому что его же нужно будет потом по этим рельсам прогнать. А мы этого не можем никак сделать. То есть первые два отпадают. А к следующему, к третьему, вот к этому мы тоже, если подкатим, то вот этого нижнего мы совсем потом никак не сможем на борт посадить. Поэтому обязательно нужно подкатывать к самому нижнему. Вот только непонятно, вот с этой стороны мимо него проезжать или вот с этой стороны мимо него проезжать. Но вот пока что так вот. Продолжаем нашу цепочку рассуждений. До чего я еще смог додуматься? Логично, что как бы каждый раз, когда мы проезжаем по дороге, мы должны захватить одного чувака, потом, когда мы проедем, нужно еще раз забрать его и так далее. Вот, давайте попробуем прикинуть, как у нас вообще этот путь может располагаться. Вот давайте вот такие вот петельки сделаем. Получается, нужно нам каждую петельку продлить так, чтобы захватить чувака. И одну из петелек нам нужно разомкнуть так, чтобы как бы одна ее часть ушла в выход, а другая сначала захватила чувака, потом пришла ко входу. Вот, и в принципе несложно понять, что нужно разомкнуть именно эту петельку, чтобы все получилось. То есть это мы ведем на выход, здесь мы захватываем чувака, и остальными петельками нам нужно тоже чуваков захватить. То есть этой петелькой мы захватываем того чувака, этой петелькой мы захватываем здесь, этой петелькой захватываем здесь. Так, и по идее это должно быть решением задачи, решением головоломки. Так, захватили того, захватили этого. Ага, и вроде все складывается, да, это решение задачи. Очень-очень долго думал, то есть пытался всякие эти загогульные делать. Вот надо было как-то вот к идее петелек перейти, чтобы все получилось. Так, ладно, давайте 10 уровень. Посмотрим на него немножечко на него посмотрим. Так, опять здесь нужно как-то их... Как же их можно распихать-то тогда? Так, понятное дело, что нам нужно как-то в самом начале, наверное, забрать. Так, у нас два места. Давайте попробуем забрать двоих здесь. Как-нибудь вот так вот проехать. Положить их сюда. Так, и больше нам, в принципе, этот кусочек не нужен. Не нужен. Но тогда как бы зачем здесь... Ну, как бы здесь мы не сможем дальше пройти, проехать. А если мы сделаем вот так вот, например, то тогда уже здесь есть смысл проезжать. Вот, как бы, но что дальше с этим проездом сделать, непонятно. Ладно, предположим, мы двоих взяли, положили их сюда. Дальше что можем сделать? Можем взять еще двоих вот здесь вот, оранжевых. Потому что мы мимо них проезжаем, как бы что еще нам с ними делать. И давайте попробуем их тогда вот куда-нибудь сюда затолкать. В эти позиции. И после этого мы берем одного, получается, фиолетового, захватываем одного оранжевого оставшегося. И вот этим поездом мы едем сюда. И, по-моему, мы... Так, по-моему, мы сможем их всех положить, кстати. То есть такое вот решение сходу. Решение сходу. Оно должно работать, мне так кажется. Ох ты ж, он взял и туда заломился. Так, значит, здесь у нас проблема. Проблема в том, что вот этот товарищ, он сюда запрыгивает, куда не надо нам. Куда нам не надо. Хорошо. Что ж тогда можем сделать? Вернуться сюда мы, наверное, не сможем.
Так, что если здесь тогда немножко подрезать, подсократить путь? Здесь сделать петлю? Что это нам даст? Так. Фиолетовых мы распихали. Двух оранжевых. Один оранжевый куда-то туда убежал. Сюда мы оранжевого запихнем. Теперь мы обоих собираем. Сюда мы положим, сюда вот не получится положить. Так, хорошо. Это первоначальная мысль, которая здесь была, что можно сделать. Давайте еще подумаем. Так. Может быть, нужно как-то эти коробки объехать на самом деле. Давайте вот так попробуем их объехать. После этого захватим двух фиолетовых. Просто так вот. Попробуем все-таки их положить вот в эти ящики. Нет, нам нужно как-то вот так вот их положить в эти ящики, потому что здесь должен быть проезд, проход, как-то вот такой вот, например, чтобы можно было вот так проехать и потом еще отсюда выехать. Вот. А после этого что мы можем сделать? Мы можем, когда вот здесь вот мы проедем, этих двух положим. Нам нужно захватить двух оранжевых. Двух оранжевых. Если мы их захватим, то у нас один фиолетовый останется бездействовать. То есть мы так-то их положим, но с одним фиолетовым что делать непонятно. Дальше. Так. Возможно, здесь нужно что-нибудь такое сделать. Когда мы вот здесь вот проедем, вот этих вот фиолетовых соберем, давайте одного из этих фиолетовых попробуем в этот ящик положить, потом как-нибудь вернуться, захватить еще парочку из них, и только потом поехать сюда. Вот. Ну-ка, давайте запустим. Мы захватим двоих, а один здесь останется. Так, ага, значит, у нас здесь вот немножко вот этот оранжевый портит малину. Так, так. Так, а как же нам тогда до этого оранжевого там добраться? Как добраться, непонятно. Давайте просто пока что посмотрим, что будет происходить. Так, одного фиолетового упаковали, взяли второго. Обоих фиолетовых упакуем. После этого двух оранжевых возьмем, их упакуем сюда. Совершенно без проблем. И после этого мы можем еще одного оранжевого взять. Но сюда что-то он не лезет. Не лезет. Так. Так, ну ладно, предположим, все-таки оранжевый с нами поедет дальше. Но тогда мы не сможем этого фиолетового дозабрать. Дилемма. Предположим, что мы, когда поедем по этому пути, сначала захватим одного оранжевого, его запихнем в коробку. Одного оранжевого в коробку. Так. После этого так, оранжевого взяли, его в коробку. После этого возьмем. Так, ну трех фиолетовых мы не возьмем, давайте двоих фиолетовых возьмем. Они поедут сюда, потом мы доберем двух оранжевых. Так, не знаю, давайте запустим, посмотрим, что будет происходить. Так, оранжевый, отлично. Двух фиолетовых взяли. Их
по коробкам рассадили. После этого еще двух оранжевых взяли, и, к сожалению, этот фиолетовый у нас остается не при делах опять. Угу. После долгих раздумий я здесь уже все переворотил. Решение так не нашел, но потом, как бы, посмотрев свою видеозапись, да, все-таки, оказывается, она помогает решению, оказывается, что эта конфигурация очень близка к правильному решению. Значит, как это нужно видоизменить? Нам нужно вот на этом пути захватить двух чуваков. Вот, то есть мы поедем на этом поезде, едем, двух чуваков захватили, одного мы сюда положим, потом берем оранжевого, он сюда положится, и потом мы дозахватим еще одного фиолетового, то есть у нас будет два фиолетовых, и вот эти два ящика будут заполнены. Два ящика, так, берем этих двух, заполняем это и движемся к выходу, это будет решением данного уровня. В общем, Орион Галактика, это вам не так все просто. Это здесь вам не тут. Тут вам не здесь. Я как-то вот так вот. Так, ну давайте. Да, пусть это побыстрее все пройдет. И наконец-то уровень пройден. Отлично, 10 уровень пройден. Давайте посмотрим, что есть. 11 уровень есть. О господи, сколько здесь лампочек. Лампочек давайте я немножко приближу. Так, хорошо. Здесь, кстати, опять вот эти 4 перекрестка, по которым опять нужно, наверное, в каком-то хитром порядке ехать. А здесь, по-моему, та же самая идея, она не очень будет работать, что мимо этих 4 перекрестков там нужно как-то проезжать по-особенному. Вот мне так кажется. Почему? Потому что гладиолус. Так. Ну ладно, давайте, как обычно, немного потупим. У нас есть два места. Чем мы туда, кого можем посадить? Так, по логике вещей. Так, а что если будем только по одному брать? Если мы возьмем только одного, тогда что? Можем ли мы подъехать ко второму? Ко второму подъехать не можем. То есть здесь вообще никак вот не развернуться, поэтому нам каждый раз нужно брать их обоих вместе. Вот, и по-моему это справедливо для всех углов, потому что, ну, иначе как. Вот, и, в общем, берем мы этих двоих. Запихиваем одного из них в коробку. Ну, видимо, потому что иначе как еще по-другому-то. Когда мы его запихаем, то что дальше? Так, мимо этих мы тоже как-то проезжаем. И, кстати, можно еще такую штуку провернуть, что предположим, что мы оранжевых запихнем, и у нас будут два фиолетовых на борту, и когда мы по рельсам проезжаем, мы сможем сразу двух фиолетовых в коробку упаковать. То есть здесь уже тоже та логика не работает, что нужно по всем четырем рельсам проезжать обязательно так, чтобы больше там ничего не было. Так, ну давайте попробуем как-нибудь. Так, если мы так проедем, то фиолетовый будет уже там, где надо. Теперь здесь мы подберем этих двух, проедем вот так вот. Хорошо. Так, нет, здесь немножко не срастается. Давайте попробуем так проехать. Тогда здесь мы подбираем их, проезжаем вот так вот. У нас на борту один фиолетовый остается, но как бы здесь вот нам только вот так вот можно проехать, потому что иначе там у нас ничего не срастется. Давайте просто запустим, посмотрим, что произойдет. Так, ага, фиолетовый, оранжевый заткнулся, фиолетовый, берем оранжевого, фиолетового, теперь мы берем еще одного фиолетового, и оранжевый там, к сожалению, без присмотра остается совершенно. То есть, может быть, как-нибудь этого оранжевого еще нужно немножко потормошить к
Как же это сделать-то? Вот совершенно непонятно. Так. Хорошо, можно еще порассуждать с точки зрения тех петелек. Действительно ли нам нужно по всем четырем проезжать? В принципе, нет, не нужно, потому что мы можем до двух вести. И еще один аргумент – это то, что даже если мимо мы каких-то проедем, то вот здесь вот мимо фиолетовых других способов мы тоже можем проехать, поэтому здесь проблемы не возникает. Так, хорошо. Так, здесь может быть даже вот такие загогулины как-то к крещению относятся. Так, а если у нас такая загогулина будет, то, предположим, проедем вот так вот. Потом мы что-нибудь здесь похимичим. Проедем вот так вот. И что дальше? Что дальше? Может быть, мы здесь как-то похимичим. Потом как-то вот здесь вот похимичим. В принципе, сначала можем сюда заехать. Так, и мы обратно что-то не выезжаем, не получается у нас выезжать. Так, если мы вот так вот проедем, то что тогда? Что тогда? Так, можно попробовать вот так вот заехать, но тогда у нас тоже ничего не получится. Так, можно попробовать заехать в эту сторону. Как-нибудь вот так вот проехать. Ну, по-моему, это тоже совершенно ничего не дает. Таким образом проехать. Так, мы едем, едем, едем. Потом. Так, и потом что непонятно. Так, окей. Если мы проедем вот так вот. Мы потом проедем вот так вот, вот так вот. И, наверное, нам надо будет завернуть где-то вот так вот. Что если что-нибудь вот такое предполагается для решения данной задачи. Так, а здесь вот можно, кстати, как-нибудь вот так вот проехать. Ну-ка, давайте попробуем, запустим, посмотрим, что в итоге получится. Так. Вот они автоматически распихались. Оранжевый, фиолетовый. Этот тоже запихнулся. Так, ух ты, неужели насколько получилось решить эту головоломку? Что-то это простой уровень оказался. Я думал, что он гораздо сложнее будет. Ну, давайте посмотрим на 12 уровень системы Орион. Может быть, тоже настолько получится решить. У нас только одно посадочное место, 4 места, где можно развернуться. Так, и... Так. Так, ну и понятно, что нам нужно как-то вот так вот подъезжать. С одной стороны к чуваку, и с другой стороны к коробке надо подъезжать. Потому что иначе, ну как вот, иначе никак. То есть нам нужно обязательно как-то вот так вот подъезжать. Так, давайте я еще вот так, наверное, продолжу. Оп, оп, оп. Что-то вот такое должно здесь случаться. Здесь вот явно что-то такое должно случаться. Так, здесь как-то вот так вот. Здесь как-то... Да что такое? Оп. Ай, не хочет крутиться как надо. Так. Так, так. Вот, вроде наконец получилось. Ну и, соответственно, здесь та же самая идея. Так, так. Так, так. Ну, давай, колбаса. Гнись уже куда надо. Ух ты, можно их закольцовывать. Интересно. Так, вот, отлично. Куски колбасы мы как-то расположили, значит, на игровом поле. Теперь нужно понять, как их соединить друг с другом. Так, ну, предположим, сначала мы заедем и возьмем вот этого вот оранжевого. Его нужно привести к какой-то оранжевой коробке. Давайте попробуем привести вот к этой оранжевой коробке. Нет, его нужно именно что с этой стороны привести. Так, нет, по-моему, это не очень хороший вариант. Так, а кстати, можно вот к этой оранжевой привести, а потом только забрать. То есть вот эти вот, вот эта моя идея с колбасой, она не очень хорошая. Возможно, даже не рабочая. То есть здесь можно сначала приехать, кого-нибудь посадить, а потом уже забрать следующего. Во!
какое здесь интересное замечание. То есть здесь можно вот так вот проехать, посадить этого чувака в оранжевую коробку, забрать фиолетового, потом проехать как-то назад. И вот в эту фиолетовую коробку вот посадить. Так, давайте рассуждать с точки зрения, как нам подобраться будет потом, можно будет к этой фиолетовой коробке, чтобы кого-нибудь туда посадить. Так, этот вопрос очень интересный. Так, и вот еще один вопрос, это вот эту оранжевую, в какую другую оранжевую коробку посадить. У нас есть два варианта, вот в эту оранжевую или в эту оранжевую. Предположим, мы хотим в эту оранжевую посадить, что тогда мы можем сделать? Так, что мы можем сделать? Так. Так. Предположим, мы посадим сюда, в оранжевую коробку. Что дальше? Мы потом берем фиолетового, этого фиолетового пытаемся посадить, например, в эту фиолетовую коробку. Нам нужно проехать вот так вот. Мы его посадим. Отлично, теперь нам нужно взять следующего чувака, какого-то, я не знаю, какого-то вот этого. А, так, а вот просто так вот там... Так, давайте просто запустим, что у нас сейчас получается. Так, так, фиолетовый чувак. Отлично, он на месте. Все чудесно пока что получилось. Теперь нам нужно то же самое провернуть с другой стороны. Для этого нужно сначала подобрать фиолетового чувака. Так, а вот я не знаю, может быть, кстати, имеет смысл на самом деле вот этого фиолетового его вот в ту коробку запихнуть. В ту коробку запихнуть. Мы можем его туда запихнуть? Теоретически можем. Мы его запихнем и подберем оранжевого. Тогда нам надо будет оранжевого запихать сюда, потом подобрать фиолетового. А, так, сейчас, как же это сделать-то? Так. Здесь вот, по-моему, пересечение лишнее, его не надо, этого пересечения. Вот так вот как-то. Так, тогда... Нам нужно как-то вот так посадить оранжевого, потом взять фиолетового, фиолетового довести до вот этой вот точки, и потом каким-то образом перебраться сюда обратно. То есть, видимо, для этого вот эти вот перекрестки нужны, чтобы мы могли вернуться назад, что называется. Так. Наверное, нам нужно как-то... Ух ты, вот так вот, наверное. Давайте попробуем, посмотрим, что получится из этого. Так, берем оранжевого. Запихиваем сюда, берем фиолетового. Его тоже запихиваем. И отлично, уровень пройден. Уровень пройден, мне дает ачивку за то, что я прошел галактику Орион. И, в общем, сегодня отличный результат. Мы смогли пройти все уровни Ориона. Это, в принципе, заняло гораздо больше времени, чем текущая серия, потому что я много думал не на камеру, но результат отличный, как мне кажется. Ну и, наверное, на этом я серию закончу. Всем спасибо за внимание. До следующей серии. Всем пока.